що ж, дорогі наші телеглядачі, я думаю, чоловіки зараз можуть трошки відпочити, заварити каву або ще своїй коханій половинці, а ми запрошуємо зараз до телеекранів жіночу половину наших телеглядачів для того, щоб подивитися, як зробити екокосметику. Для цього до нас завітала вже гостя. А у нашій студії вже експерт з екокосметики Катерина Олейник, яка завітала до нас сьогодні для того, щоб розказати, як готувати бальзам для губ. Тож вітаємо тебе, Катюша. Доброе, Доброе утро. Доброе утро. Катюша, що будемо робити сьогодні? Чим будемо удивляти телезрительниць? И, кстати, я хотела сказать по поводу не только телезрительниц, но и телезрителей. Мужчинам это тоже очень интересно, и это такая актуальная тема, потому что губы сухие у всех, и в период особенно зимой, да, это очень актуальная тема, и для мужчин также, поэтому то есть мужчины интересно. Сейчас быстренько доделываем кофе-чай и к нам. Да. Ну что ж, ты принесла очень много интересных баночек, все очень пахнет, и нам уже сильно интересно узнать, что же мы будем со всем этим делать. Значит так, это у нас будет бальзам для губ. Чудо-бальзам натуральный, полностью на натуральных компонентах. И расскажи нам, да. Что нам для этого понадобится? Что это за такие интересные, беленькие, желтенькие штучки? Так, готовить мы его будем из пчелиного воска, из еще одного растительного воска. Масло какао, масло ши, масло абрикосовых косточек. Такая вот интересная, как зелье, баночка. Мне напоминает фильм «Парфюмер», помнишь? Вот у него тоже в баночках это все было, очень так красиво. И да, и витамин Е. Как вы видите, будет и вкусно пахнуть, и полезно. Да, и такой растительный пищевой вкус-ароматизатор. В общем, да, как вы видите, состав полностью натуральный, нет никакой ни химии, и синтетических никаких продуктов. И самое главное, как вы заметили, наверное, нет консерванта. Самое интересное, да, он же должен приобретать форму определенную. Нет, консервант, это который, то есть с помощью которого продукция не портится, да, он сохраняет все свои свойства, запах. Раз нет консерванта, в какой срок годности будет у такого бальзама, как быстро его нужно использовать? Достаточно долго бальзам может храниться, ну, не менее полугода, это точно, может и больше. Здесь твердое масло. У нас выступает основа для бальзама, это как пчелиный воск, масло какао, но эти твердые масла, поэтому, в принципе, консервантом выступает как витамин Е, то есть он как антиоксидант, да. Но я так понимаю, что наш бальзамчик еще и омолаживает губки, потому что витамин Е несет регенерирующее свойство. Да, сейчас я расскажу, кстати, пока по свойствам, да, кстати, по поводу омолаживающего, вчера буквально смотрела передачу по телевизору, рассказывали, делали такой как крем для лица омолаживающий, да. В принципе, были те же самые ингредиенты, только не добавили еще воду. Поэтому наш бальзам для губ, то есть он супер омолаживающий, супер питательный, супер смягчающий, просто супер-супер чудо-бальзам. Ну что ж, я предлагаю уже начать делать этот супер чудо-бальзам, который, я думаю, пригодится сейчас каждой женщине, даже мужчинам. Ну, такую зимнюю стужу. Такое утро, как было сегодня, то ли дождик моросил, то ли снег, непонятно даже что было. Абсолютно не хотелось просыпаться и вылазить из-под одеялка. Но зная о том, что тебя ждет такой бальзамчик, я думаю, стоит проснуться. Я смотрю, Катюша, как доктор, надела перчатки. Для чего это? Это все медицинские процессы, должно быть все стерильно. Не попадать никаких пылинок, бактерий. Тара у нас должна быть простерилизована, все инструменты простерилизованы, в общем, все чисто. Я смотрю, есть даже такая штучка, как это вот в лаборатории. Да, да, все это очень интересно, сейчас... такая косметическая кухня. Ну что ж, сегодня начинаем. Да, начнем. Начнем мы с добавления ингредиентов. Мы еще используем весы специально. Конечно. Сейчас мы все простерилизуем. Для чего вот такая стеклянная палочка? Она выполняет роль ложечки, которая будет смешивать? Да, для мешания, да. И обязательно еще простерилизуем наши баночки. У нас есть вот такие очень интересные, кстати, можете посмотреть. Вы когда-нибудь задумывались вообще, как получаются такие бальзамы? Ты задумывалась, но не... Это получается, у него есть основа там такой. Да, да, да. И мы просто потом заливаем. Все абсолютно стерилизуется. Смотрите, наши телезрители, даже внутренняя часть баночек и даже крышечки. И крышечки, все. И руки, крышечки. Так. Итак. Мы отвешиваем, отмеряем все ингредиенты. Для начала пчелиный воск. Пчелиный воск – это полностью натуральный продукт пчеловодства. Фермерский, можно так сказать. Он просто кладезь витаминов, микроэлементов и различных активных ингредиентов. Он очень полезный, он смягчает кожу, обладает противовоспалительными свойствами, бактерицидными,
ну, просто мега, да, просто мега полезно. Он у нас будет выступать как основа для нашего бальзамчика, чтобы он держал и форму, и... Сколько нам необходимо основы? Так, основу мы берем на 2 бальзамчика 2,5 грамма. Это пчелиного воска. Я смотрю, что мы кипятим воду. Для чего? Да, мы сейчас будем это все топить на паровой бане. В общем, такое очень интересное. То есть мы смешаем сейчас, а потом будем топить. Да. Кстати, я хотела бы сказать, что очень важно, чтобы бальзам для губ был очень, чтобы он был натуральный, потому что все, что мы наносим к себе на губки, естественно, все попадает через ротовую полость к нам в организм. Да, поэтому если пчелиный воск, кстати, он очень и как и бактерицидный в полости рта, и поэтому он очень полезный. Исходя из нашего состава, я хочу сказать, нам в организм будут попадать только полезные вещества. И очень-очень чистые. Угу. Так, сейчас мы добавляем. Дезинфицируем нашу ложечку. Да, забыли про ложечку. Добавляем 2,5 грамма. Ой. Вот так вот, аккуратненько насыпаем. У нас такие супер точные весы. Есть. Далее мы кладем растительный воск. Сколько его? Так же самое, 2,5 грамма. Тоже 2,5. Так будет, да, так будет удобнее, точнее. Вот для этого и перчаточки, чтобы, да, чтобы я могла ничего не касаться руками. Конечно. Он такой немножечко другого цвета и другой, да, консистенции. Название не скажу. Пускай остается хоть какой-то малейший секрет. Маленький секретик наш. Но я могу уверить всех телезрителей, это тоже растительный воск, у нас центральный. Так, вот мне, кстати, всегда было интересно, как выглядит масло с шеи. Вот теперь я смогла увидеть воочию, какой он имеет вид. Так, кстати, по поводу масла с шеи. Ну, мы, кстати, переходим как раз к нему. Ты вообще знала, что оно выращивается в Африке, это дерево? Да, и по виду оно похоже на авокадо. И вот как раз вот этот вот баттер, твердое масло, оно добывается из косточек этого дерева. То есть это непосредственно мы получаем из косточек? Конечно, то есть мы все знаем, что масло ши или карите, как его еще называют, очень оно полезное. Но что это такое, откуда его взяли, как оно добывается? Вот мне было самое интересно узнать, когда я начинала заниматься. Так вот, значит, масло ши, оно так же самое, очень полезное. Значит, содержится в нем насыщенные жирные кислоты, витамины различные. Оно очень хорошо смягчает кожу, питает, как у деток, как и у взрослых. И... очень полезно. Очень полезно. Да, мы его возьмем. Его тоже 2,5 грамма. Мы возьмем, 10 грамм этого масла. Ого. Да. Ого. Вот так вот. Оно такое довольно-таки тверденькое. 10 грамм. Если что, у нас это масло как основной элемент будет. Да, я так понимаю, что это основа. Да, это твердые, да, вот как вы видите, девчонки, они все твердые, все твердые ингредиенты, благодаря тому наш бальзам будет иметь форму. Да. И что же нам осталось? Так, и нам осталось еще масло какао. Мы его берем 5 грамм. А чем же полезно масло какао? О, масло какао полезное не только как для, ну, конечно же, для косметики, оно, в принципе, и внутрь полезное. Все мы знаем, что оно используется еще как при простуде, при кашле у детей. Можно где-то, даже у маленьких младенцев, да, вот масло ши, масло какао топить и немножко смазывать кожу. То есть оно очень хорошо регенерирует кожу, какие-то шрамики, порезы. То есть от простуды на губках тоже и поможет. От простуды на губках тоже, ну, это правда, да, потому что противовоспалительное бактерицидное свойство есть, в принципе, ну... многих компонентов. Так, мы берем уже. Сколько мы берем масла? 5 грамм. 5 грамм. Итак, нужно немножко подсуммировать. По 2,5 грамма в разных, в равных пропорциях мы берем воск пчелиный и растительный. Масло ше мы берем сколько? 10 грамм. И 5 грамм масла меньше масла какао. Все масла мы смешиваем. Да, дальше мы добавляем масло абрикосовой косточки. И теперь включается магия. Мне кажется, оно очень приятно должно пахнуть. А я вам сейчас, кстати... А, кстати, давайте их понюхаем все. Они, правда, я забыла, они так хорошо пахнут. Понюхайте. Я возьму за шею. Ну, правда, надо было начинать с масла какао. Ну, конечно, такой очень специфический, скажем так. Чувствуется немножко, что это жирная основа, но все равно приятно. А вот масло какао, конечно, будет... Боже, мне она напомнила конфетку, я бы его уже съела. Да, вот масло какао просто волшебный запах, на самом деле. Действительно пахнет конфетами с шоколадом. Так, а что с пчелиным воском, кстати? Медом пахнет? Кстати, да, понюхайте. Действительно. Ну, не кстати, да, это натуральный воск. Чувствуется. Значит, дальше мы берем масло абрикосовых косточек.
Она тоже пахнет абрикосовыми косточками. Не, слышу немножечко вот эту горчинку. Да. Горчинку, да, которая вот в косточках. Да, это масло является универсальным. Угу. То есть его можно использовать как и для приготовления различных кремов, лосьонов, гелей для душа. Мы также добавляем это масло. И пить, конечно же, это можно. Оно пищевое, абсолютно натуральное. То есть можно не бояться его использовать. Да. Нужно даже, нужно хотеть его использовать. Так, сколько мы берем? 3 грамма. Так, аккуратненько наливаем чуть-чуть. Есть. Оп, 1 грамм. И дальше второе масло, которое мы берем. Это витамин Е. Он выступает, да, как антиоксидант в нашем бальзамчике. То есть бальзамчик будет сохранять все полезные свойства. Также он очень полезный. У витамина Е есть, кстати, еще антиканцерогенные свойства. Он также хорошо питает, смягчает наши губки, делает их ровными, блестящими, красивыми, здоровыми. Так, да, сколько нам нашим витаминчикам нужно? 0,25 грамм. Угу. То есть пару капель. Да, он, правда, такой тягучий. На мед похоже. Я первый раз тоже вижу витамин Е. Да. Естественно. Я его видела только в капсулах. Мне казалось, что он там очень жидкий. Мне тоже казалось. Но, наверное, я разбавлена с витамином А. Нет, наверное, вы можете купить в аптеке. Так же самое. Токоферола называется. Жидкий токоферол. Поэтому это... У меня когда заканчивается моя большая баночка, я беру в аптеку, покупаю, да, это тот же самый витамин. Так, теперь что мы делаем? Мы добавили все. Осталось, наверное, только аромат. Да, добавим чуть-чуть позже. Теперь мы отправляем в баню. Да, наверное, в баню. И как долго мы должны его, пока оно все не растопится? А, буквально. Можно чуть-чуть добавить. Добавляем температурку. Ну, достаточно быстро плавится, пока мы будем с вами выяснять. Хотелось бы еще узнать, вот у нас один аромат. Что мы можем еще добавить, какие элементы, чтобы получился другой бальзамчик? Возможно, какой-то фруктовый. Это именно только ароматизатором меняется запах? Или же можно масло применять? Нет, на самом деле, можно, в принципе, я изначально, когда начала его делать, я не добавляла ароматизатор. Но, как вы видите, запах масла ши не самый, в принципе, приятный. И многие клиенты хотят, чтобы, конечно же, было не только полезно, но и приятно его наносить на губы. Поэтому мы начали его наносить. Да, уже начинает кипение, немножко начинает плавиться. Этот ароматизатор, ну, он звучит, наверное, страшно и так как-то посинтетически. На самом деле он абсолютно натуральный. Он используется в приготовлении органических зубных паст, в детской косметике. То есть полностью натуральный. Конечно. Можно не бояться его использовать. У нас уже там по полной программе все кипит, плавится. Да. Вот видите, как оно уже быстренько. Почти росло. А как быстро его нужно потом поместить в форму, чтобы оно... Вот вы сейчас увидите. Это, конечно, проблематично. Когда это сейчас у меня маленькая баночка, если большая, а я еще так все очень щепетильно, так тщательно делаю. Хоть если раз топлю, пока залью. А вот то, что оно нагревается, остывает. Нет, ничего. Испарение не происходит? Нет, конечно. Вот, кстати, мне интересно, если такой бальзамчик попадет в теплую среду, и немножко подплавится, потому что он же натуральный. Да, он обязательно подплавится. А когда более холодное время года, то есть мы его носим, естественно, в сумочке, поэтому очень важно, чтобы... От перепада температуры ничего с ним не случается? Нет, ничего не случается. Он, это как масло. Ну, вы видите, все натуральные масла и пчелиный воск, это такие ингредиенты, которые они пластифицируются, потом они... А когда нам нужно уже добавлять наш ароматизатор? Уже совсем после включения? Да, мы сейчас его растопим все масла. Вот так вот нашей волшебной стеклянной палочкой мы перемешиваем. До однородной консистенции. Да, уже такие у нас жидкие достаточно. Очень такой интересный процесс. Мне как-то спросили, а как ты? Как получается такой бальзам? Как ты туда его помещаешь? Да. Я представляла, что сначала заливают в отдельную формочку, а потом помещают в упаковочку. Разрезают и вставляют их туда, впихивают просто. Но, как я сейчас понимаю, не его заливают. Его просто заливают. Да. Вот так вот у нас уже почти все масла наши перемешались. Да, кстати, хотелось бы отметить, что такой бальзам для губ нужно использовать всем, как и взрослым, так и детям. И как уже оказалось, даже с маленького возраста. Да. А если совсем маленькие, если какие-то там сухости, естественно, на кожу всплывают. Поэтому все, мы уже будем включать. Да, сухости бывает, поэтому можно даже просто смазать этим
бальзамчиком. Mm-hmm. Получилась довольно-таки жидкая масса. Я вот хочу сказать, что она сейчас вся такого прозрачного цвета, и когда она застывает, немножечко меняет. Не немножечко, а меняет на такой маковый. А более мутный цвет? Да. Плотный. А пахнет? Ну, пахнет вкусно. Угу. Пахнет конфеткой. Виноградиком. Да. Можете, кстати, если хотите, нюхать, как он сейчас вот в жидком. Вот уже смешался mm-hmm. весь аромат вот всех сейчас масел. Вот сейчас масло какао слышно. Да, очень. С шоколадом очень хорошо. Масло, да, масло с какао хорошо слышно. Это правда. Ой, хотелось бы что-то бы не предусмотрела поставить. Итак, ставим сюда. Добавим еще пару капелек. Буквально и одна минутка у нас остается нашего эфира. Да, и мы будем заливать наш бальзамчик в формочку. Вот он такой жидкий. Ну, так запахло сразу. Да. Я думаю, что наши телезрители хоть и не почувствуют, но догадываются, как же ароматно сейчас пахнет эта смесь. И вот так вот мы просто заливаем. Здесь, кстати, больше получилось, чем даже два бальзамчика. То есть буквально небольшое количество таких ингредиентов может... И создать. Вот так вот мы его просто видите, оставляем. Видите, он уже, я же его заливала на стеночках, он уже застыл. Буквально через полчаса. Буквально через полчаса мы уже можем им пользоваться. Напоминает мне, как свечечку делать. Да. Да, так и там даже фитилечек видно, вот эту основу. Вот так. Вот такие замечательные бальзамчики у нас получились. Хочется показать нашим телезрителям. А, возьмите вот этот. Потому что тот еще немножко. Оп, вот такой вот бальзамчик. Даже можно понемножку вот так. Чуть-чуть аккуратнее. Давайте немножко там еще залью. А он полненький. Да, полненький. Полненький. Показываем. И, Танюша, покажи, какой он должен получиться. Вот такой у нас в результате он получится. Вот мы показали вам, дорогие телезрители, наш процесс приготовления. Большое спасибо тебе, Катюш, за такой мастер-класс.